Где в Махачкале пролегала улица имени Борятинского и как выглядел храм Александра Невского? Какими были самые оживленные проспекты нашего города 160 лет назад? Фотодокументальная выставка «История моего города Петровск» открылась в столице Дагестана. В путешествие во времени отправилась Лариана Шамхалаева. Фотографии, повествующие о том, как на горе Анжиарка в 1844 году было заложено военное укрепление. Позже построена крепость, а рядом расположены первые кварталы Фортштадта, состоящие из 30 домиков. Местность в память о побывавшем здесь императоре предлагалось именовать Петровском. По словам организаторов выставки, фотодокументы экспозиции приоткроют завесы тайны дореволюционного городка и его жителей. Город, в котором мы живем, должен быть любимым. Для того, чтобы его полюбить, нужно побольше знать о нем. Причем не только не какие-то сухие исторические факты, а такую человеческую историю, историю повседневности, которую как раз вот мы максимально попытались представить в материалах, которые у нас есть в собрании музея. В Петровске к 1904 году было уже 15 улиц. Наиболее оживленными в городе были районы железнодорожного вокзала и морского порта. Популярными считались прибрежные улицы – Базарная, которую теперь именуют улицей Пушкина, и Борятинская, ныне Буйнакского. Я очень часто люблю гулять по проспектам нашей столицы, и он меня очень вдохновляет. Особенно меня заинтересовала вот эта улица Буйнакского в 20 веке, какая она была. Одни, надев очки, рассматривали вблизи черно-белые снимки старого поезда, других интересовали лица администрации Петровска в разные периоды. На выставке присутствовали как взрослые, так и дети. Юные зрители пришли познакомиться с городом своих предков. Меня мама сюда привела. Я всегда бываю на выставках, во всех театрах хожу. Мне это все дает, я много узнаю. Отправиться в Махачкалу второй половины 19 века и начала 20-го может каждый гость и житель столицы. Экспозиция проходит в Театре поэзии и продлится до 7 октября. Лариана Шамхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала».